мне кажется, дети с каждым годом хотят все больше и больше участвовать в этом фестивале, потому что вот, я являюсь преподавателем, нет, преподавателем, наверное, тоже слишком громко сказано, я являюсь наставником в киношколе 73. И я наблюдаю за тем, как у нас дети растут, как они приобретают больше опыта, как они горят, у них постоянно, с каждым годом горят все больше глаза, они хотят творить, хотят высказывать свое мнение. И мне кажется, это абсолютно у всех, потому что с годами интерес только возрастает. Поэтому это просто великолепный фестиваль, он очень нужен. Я надеюсь, что он войдет в ежегодную программу, потому что, мне кажется, это очень важно, потому что детки растут, больше идей и больше возможностей реализовывать. И самое главное – это не терять надежду, не опускать никогда руки и идти всегда только вперед, потому что через все сложности мы приходим в итоге к конечной цели, которая даже иногда намного больше, чем мы ожидали.